Стихотворение написано давно, с натуры, поэтому несколько пояснений. Пятый этаж пятиэтажной хрущевки, разумеется, без лифта, 10-летний мальчик, сын и 2 собаки. По утрам я привычно себя достаю из недолгого сонного плена. Перед зеркалом пару мгновений стою, узнавая себя постепенно. Отношу себя в ванную, чтобы лицо сделать утренним, свежим и милым. Перекинусь с собой бодрящим словцом, пока руки массирую мылом. Упираясь, тащу себя в кухню, плетем. Что-то к завтраку быстро творю, напевая, и в застегнутом, наискось, легком пальте 2 собак на прогулку сводить успеваю. Надо сына теперь отодрать от дивана и движением заботливых рук довести до без потерь его прямо до ванны. А доставив, вернуться на круг, быстрым шагом себя в пищеблок возвращаю, наказанием сына попутно стращаю. Если съесть не успеет он вовремя завтрак, то не будет смотреть телевизор он завтра. Наконец завтрак съеден, мы с сыном одеты, я порхаю по комнатам, сонные одеты. Не забыть взять с собой это и то, застегнуть, как положено, все же пальто, и летящее время, имея в виду, торопливо себя на работу веду.